Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Жарко. Каждый раз, наверное, буду говорить. Решила собрать сегодня волосы. Нет, не думайте, я не подстриглась. Хотя, как я обожаю мужчин в этом плане, да? Они никогда ничего не замечают. Им абсолютно все равно. Накрашен, не накрашен. Собраны твои волосы, распущенные твои волосы, покрашены волосы, либо естественные. Они почему-то в этом плане намного проще. Вот. Ну, мне так выгодно говорить, поэтому я так в это верю. Хорошо, сегодня мы с вами смотрим расклад, каким будет у нас август. Где-нибудь здесь я выложу подсказку на расклад о том, каким будет ваше лето. Вот, посмотрите, большая часть времени уже, да, 2 месяца лета прошли. Может быть, вы увидите, что у вас там отыгралось. А сегодня мы посмотрим август. Очень хочется, чтобы август был уже не теплым, да, в плане жары и погоды, а хочется каких-то, знаете, хороших новостей. Чего-то такого хорошенького хочется. Не знаю. Посмотрим. Так, тайм-коды есть? Контакты мои есть в описании под этим видео. Не забывайте, кто еще не подписался, подписывайтесь на мой второй канал, в котором я делаю короткие до 10 минут расклады на темы, которые я не делала на этом раскладе, на одну позицию. Тоже очень интересно. Вот, ссылка тоже есть в описании. А мы с вами приступаем. Значит, позиция номер один. Будем смотреть сегодня. Не нравится мне, как это все начинается. Ну да ладно. Решила посмотреть сегодня опять на 12 домах. Посмотрим, каким будет ваш август. Сори. Так, ну, начинается месяц, либо не начинается, какая-то такая вот общая энергия месяца в каких-то серых тонах, да, в каком-то, возможно, разочаровании. Как будто бы, знаете, вот время ушло, что ли. Вот иногда у нас бывает такое, когда лето, например, заканчивается, есть уже ощущение какой-то прохлады, да, что впереди нас ждет зима, и вот какое-то сожаление о том, что, ну, теплое время прошло, что ли. Здесь какое-то сожаление о чем-то, о том, что как будто бы что-то утратили, что-то прошло. О чем здесь идет сожаление? Знаете, здесь сожаление о том, что как будто бы уже силы не те, что ли. Либо сожаление о том, что нету такого удовольствия уже, как было раньше. Нету вот отсутствия какой-то страсти, да. Эта страсть может быть к человеку, эта страсть может быть вообще к жизни как таковой. И вот здесь вот ощущение того, что уже не то. Но вот чувство того, что наступает какая-то золотая осень, да, вот в ней как, вот, как, я не знаю, ощущение некой зрелости, да, но в ней свои плюсы, ей в ней есть свои прелести. Здесь как будто бы какой-то вот вы словите переходный этап от одного момента к другому, когда понимаете, что вот то, что было как будто бы раньше, вот эта вот страсть, вот это наслаждение, все мне хочу, она как будто бы прошла, ее на ее место приходит что-то другое, что-то более зрелое, более ценное. Ну вот общая такая энергия будет на вас навевать, что либо я уже не тот, не та, либо что-то меня уже не радует так, как радовало раньше. Вот какая-то отсылка идет здесь к прошлому, какое-то сравнение, что вот тогда-то было намного лучше. Хорошо.
Что касается финансов здесь, вы либо получение, да, что-то, чего-то такого ценного, важного, возможно, для себя, вы здесь как-то закрываетесь, стараетесь свои финансы, возможно, как-то защищать, да, от кого-то, либо как-то хочется их придержать для себя, возможно, не растрачивать, вот как-то сохранять, отстаивать что-то. Возможно, вы хотите отстоять какие-то свои ценности, да, то, что важно для вас. Что вы тут отстаиваете? Знаете, для кого-то здесь, может, вы будете отстаивать какую-то свою легкость, какой-то свой праздник, общение, взаимодействие. Возможно, здесь кто-то, если мы говорим о деньгах, будет отстаивать какие-то свои бонусы, праздничные, отпускные, что-то такое. А если мы говорим о ценностях, здесь как будто бы, знаете, здесь общая энергия и по деньгам, и вообще говорит о том, что вот как-то я себя оберегаю, я себя сохраняю, я себя защищаю от внешнего мира. Здесь не про отшельничество, да, когда я закрываюсь, ухожу, а здесь как-то, знаете, вот более бережное, что ли, отношение к себе, к своему состоянию, более требовательный в каких-то моментах. Здесь вот хочется вам, чтобы вам на душе было хорошо. Вот то, что вы словили какое-то состояние, какую-то свою волну, да, вот вы ее как будто бы оберегаете, не впускаете что-то, что могло бы это разрушить. Спрашиваю, что у вас по деньгам выходит шестерка жезлов и дьявол. Знаете, желание, да, здесь желание быть победителем, причем даже, знаете, не столько в плане денег, чтобы их получить, а в плане вот какого-то внутреннего удовлетворения. Возможно, здесь будет желание некого такого признания, да, признания вашей ценности, возможно. Возможно, вам удастся преодолеть внутри себя что-то, что и получить при этом. И вы как будто будете, знаете, вот гордиться этим, что ли. Здесь вот у меня ощущение того, что речь вообще не идет о деньгах. Хоть это дом денег, да, и ценности. Здесь больше акцент идет на какие-то свои внутренние проживания, внутренние переживания. Да, безусловно, здесь есть желание финансов, получения, причем огромной суммы. Но я не вижу, чтобы что-то происходило здесь, в этом плане. Вы как будто бы больше акцент делаете на то, что вы проживаете внутри себя. Здесь с финансами на самом деле сложно будет. Я не вижу, чтобы это было как-то легко. Здесь, даже если ваши деньги связаны как-то с другими людьми, здесь может быть так, что вам придется что-то платить, возможно, государству, да, какие-то налоги. Здесь также может быть какая-то, знаете, такая подвисшая ситуация. Возможно, вы что-то ожидаете получить, либо как-то заработать. Ну вот от других, да, здесь как будто бы я не вижу, чтобы от третьих лиц были какие-то финансовые приходы. Я бы сказала, что больше даже расходы есть, нежели приходы. Здесь есть какие-то финансовые трудности. С чем они связаны? Есть какой-то даже кризис финансовый. Но здесь очень серьезный урок, на самом деле, вы проходите, да, три великих аркана выпало, когда вы как будто бы определяетесь, вы не идете вот в новое, да, вы на самом деле как будто бы сами удерживаете себя на плаву в том достатке, в котором вы находитесь.
вот в новое здесь не происходит, не идут какие-то перемены, изменения. В этом-то и внутренний кризис. И он связан с тем, что вы хотите как будто бы с одной стороны вот это вот состояние свое, знаете, безмятежное сохранить, а с другой стороны вот это вот новое, оно все равно привнесет некий такой огонь в вашу жизнь. И вы утратите вот эту свою безмятежность. И вы здесь цепляетесь именно за это состояние, что я хочу, чтобы было вот так хорошо. То есть если выбирать между деньгами и своим внутренним каким-то спокойствием, то я лучше выбираю свое внутреннее спокойствие, чем чем увеличение как-то своего дохода. Да, здесь вот как будто бы не происходит какого-то движения. Все застыло, я не вижу какого-то развития. Ладно, то, что касается вашей коммуникации, общения, рождения каких-то новых идей, то здесь да, здесь я вижу, у нас есть активность, здесь есть желание куда-то двигаться, коммуникация, общение, возможно, новые люди появятся в вашем окружении. Здесь много сообщений, каких-то движения, да, поездок. Коротких поездок, да, здесь тоже может быть, если вы хотели поехать, например, там близким, да, не за границу, здесь дороги достаточно короткие, сообщения, очень быстрые сообщения, позитивные какие-то, предложения хорошие есть здесь. Вот я смотрю на общую энергию, да, что я говорила, вот некого такого разочарования, с чем это связано. Вот это вот мне показывает, что здесь как-то связано либо с семьей, либо с вашими финансами, либо и то, и другое. То есть деньги в семью как-то. Что у вас будет дома? Ну, дома, в принципе, будет все хорошо. Дома будет все хорошо, все стабильно, позитивно, так, как было и раньше. Что касается эмоций, то здесь у вас будет кризис, здесь у вас будет какая-то сложность, да. Вот, скорее всего, то, что ничего не будет происходить вот, на эмоциональном плане, скорее здесь ощущение некой какой-то подвисшей ситуации, что ли, некой жертвенности. Из-за того, что вот нет какого-то развития. Я не вижу, чтобы здесь были эмоции позитивные какие-то. Да, здесь такое ощущение, что вот в личной жизни вы как будто бы будете закрываться. Что у вас здесь за трудности? Ну, здесь кризис может быть. Либо в отношениях проходить какой-то кризис, либо непосредственно кризис, связанный с вашим эмоциональным каким-то фоном. Да, хочется вот какой-то легкости. Вот мне идет, да, о том, что хочется легкости, хочется, я не знаю, любви, счастья, радости, какого-то позитива, обновления на эмоциональном фоне. Но здесь этого я не вижу. Я вижу, знаете, что акцент в августе месяце, он больше будет направлен на коммуникацию и на вашу профессиональную сферу. То есть если с деньгами здесь как-то будет, ну, непонятно, я бы сказала, вообще прихода нет, но при этом есть очень большие такие желания, да, амбиции это все получить, то вот то, что связано непосредственно с профессиональной сферой, здесь будет какое-то движение, здесь вы совершите прорыв, вам будут приходить очень классные идеи, которые будут вас наполнять. То есть здесь вот прям профессиональная сфера, вы совершите прорыв. Эмоции вас будет прям переполнять. Ну, такое ощущение, что вот прошлые два месяца, да, как-то вы акцент делали на личную жизнь, а профессиональная была на втором, вот, а здесь сейчас наоборот, вот в августе, хотя месяц отпусков, а вы, я вижу, что будете как будто бы работать. Да,
какие-то новые начинания, что-то здесь связано с новыми начинаниями, с новыми задумками, вот, и которые хорошо будут развиваться. Угу, новые начинания. А все, что связано с партнерством, вообще партнерством в профессиональной сфере, либо взаимодействие с другими людьми, то здесь я вижу, что будет так, как было, ну, как было раньше, да, то есть здесь вот партнерство, оно такое-то хорошее, доброе, старое. Я говорю, какие-то люди, может быть, из вашего прошлого появятся, не в плане там бывший, а в плане люди встретитесь, с которыми вместе как-то росли, не знаю, может быть, дружили когда-то в прошлом. Здесь вот какая-то ностальгия, навеивание чего-то такого прошлого. А что касается сексуального вашего плана, я не вижу, чтобы здесь было как-то вот что-то активное. Наоборот, мне кажется, что недостаток вот проявления этой сексуальной энергии. Если кто-то хотел поехать далеко, возможно, за границу, то будет какое-то предложение, над которым вы будете думать. Да, стоит вам или нет. Стоит ли ехать? Близкие поездки будут, дальние вы будете думать. Что касается друзей, то мне кажется, что вы будете здесь больше общаться с теми, не с новыми людьми, а с теми, с кем вы уже хорошо знакомы. Возможно, здесь будут женщины присутствовать, да, ну, больше общения с женщинами. Если это мужчины, то это, как правило, люди очень мудрые, очень взрослые, зрелые, не обязательно по возрасту, но и, ну, внутри себя. Такие, здесь, скорее всего, общение с друзьями будет вот в плане обмена какой-то информации, обучения, как наставничество, партнерство. Сценарий, который вы должны будете прожить в августе месяце, он как раз-таки связан с каким-то отдыхом, да, то есть вот вам как будто необходим какой-то отдых и отдых от отдыха, да, от нежелания отдыхать. Но здесь отдыхать, здесь я не имею в виду как раз-таки отдых в плане бездействия, а отдых в плане того, чтобы переключиться на что-то позитивное, переключиться, возможно, больше на общение с людьми, с которыми вам хорошо, с которыми комфортно, с которыми, которых вы знаете, может быть, в гости куда-то ходить, да, здесь вот про такое переключение. Здесь нужно завершить тот момент, когда вот вы как-то закрываетесь и больше в каких-то своих раздумьях. Вот, вот эти вот моменты, да, они должны быть завершены. Кстати, если мы говорим про здоровье, я просто здесь посмотрела, то здесь, если долгое время вы не могли найти какое-то решение, да, в своем каком-то диагнозе, то здесь решение придет. Здесь предложение даже придет какое-то на этот счет. Здесь нужно быть внимательной непосредственно на дорогах, да, чтобы не было никаких аварий на машине. Да. Машину свою тоже проверяйте, если вы за рулем. Это вот касательно здоровья именно. Либо почему-то мне идет горло. Я не знаю, может быть, простыть сможете. Что-нибудь такое холодное съели, выпили, что-то такое. Вот именно с горлом связано. Не то, чтобы простудился, а вы знаете, как это, невралгия. Бывает, продуло. Вот здесь вот такое тоже может быть в августе месяце. А так, в принципе, все хорошо. Я не вижу, наоборот, какой-то вот прорыв будет в здоровье. Какое-то решение, за которое вы очень сильно переживали. Да, может быть, сдавали какие-то анализы и ждали ответы и переживали. Вот здесь здесь хорошо будет, да, здесь будет завершение. Вот особенно если какая-то ситуация была непонятная, неясная, мутная, вы очень сильно переживали на этот счет, то здесь придет завершение, придет конец. Ну вот как-то так. Подытожу и скажу, что
сфера, которая будет наименее здесь проявлено как-то вот активно, это ваши финансы и ваша личная жизнь. А все, что связано с социумом, все, что связано с профессией, вот оно с работой, оно вот прям пойдет вверх. Да? Такой момент. Ну вот как-то так. Не знаю, не то чтобы грустненько. Ну, вы уже каждый оцениваете сами. Так, это у нас была с вами первая позиция. Мы переходим к позиции номер два, красненькому камешку. Хочу взять целую колоду. Посмотрим, двоечки, что у вас будет происходить. Вам я не буду делать на 12 домах, хочу сделать по-другому. Так, общая энергия месяца. Ага, десятка жезлов. Ну и аркан силы, смотрите, общая энергия месяца. Какие-то вот обязательства, да? Ноша трудная, тяжелая, что-то вы тащите на себе. Как-то трудно, трудная, тяжелая энергия. С чем она связана? Ну, с каким-то кризисом, возможно, недостаток финансов, возможно, какие-то сложности со здоровьем. Но мы еще отдельно посмотрим по сферам. Возможно, здесь какие-то переживания либо за себя, либо за какую-то женщину. Но она молодая, она не юная, она молодая, она не старая. Ну, то есть не в возрасте женщина. Здесь вот как... какие-то обязательства, да, вы как будто бы взяли за какую-то женщину. Здесь очень с этим будут связаны трудности, сложности. А так, в принципе, месяц по энергии, да, силы, достаточно энергия будет, она такая гармоничная. Вас будет переполнять чувство любви, хочется сказать. Какое-то вот желание какой-то парности, семейности. Домашняя такая энергия, очень комфортная, приятная. Угу. И сил у вас будет достаточно. Но вот как-то сразу мне показало то, что какие-то обязательства у вас связывают вот с этой женщиной. То ли вы ответственность за нее несете, то ли, может быть, по состоянию здоровья за ней как-то ухаживаете. Здесь как-то по-разному может быть. Ну, а энергия, как я уже сказала, она будет такая летняя, да, августовская. Как раз-таки аркан силы у нас с астрологией и соотносится со знаком зодиака Льва на август. Хорошая здесь энергия будет. Ну, такая, знаете, приятная, приятная. Как будто бы, знаете, вот своя какая-то, родная. Но не тяжелая. Вот за исключением, видимо, только вот этих вот обязательств. Хорошо, что у вас будет происходить с финансами? Ага, с финансами здесь должны произойти какие-то перемены, обновления. Здесь что-то должно измениться. То есть время уже пришло, закрытие каких-то циклов. Да, может быть, каких-то выплат, которые долгое время были, либо вы ждали долгое время какие-то выплаты. То есть здесь должно быть, идет энергия обновления, да, перемен, какие-то изменения, новые предложения, возможно, вам будут выходить. Вот опять аркан смерти. Здесь какие-то перемены, ждите перемены. Не знаю, в позитивную сторону или нет, но вот то, что долгое время у вас не развивалось, здесь... Какое-то вот новое начинание. Я не знаю, это рост, не рост, но вот здесь новое начинание. Прям очень важная сфера для вас. Выпадают все великие арканы. Спрашиваю, что не развивалось? Умеренность, иерофант и императрица. Вот с финансами, если у вас были какие-то трудности, да, сложности, возможно, как-то они были связаны либо с наследством, да, вот здесь
долгое время что-то не решалось, какие-то суды. Вот здесь судебные моменты тоже могут быть связаны как-то с финансами. Хорошо будет, вот в плюс здесь идет. Какое-то расширение. Здесь, может быть, бизнес вы хотели расширить, семейный. Здесь такое тоже может быть. Все хорошо будет. Мне не показывают деньги, а мне показывают какие-то кардинальные трансформации, перемены, связанные с финансами здесь проходят. Не считая туза жезлов, 5 великих арканов выпало на эту сферу. Хорошо, что у вас будет с поездками? А с поездками вы будете работать, да, здесь карты показаны о том, что только если что-то на ближнем каком-то расстоянии, либо какие-то вот поездки, связанные с работой, да, по работе как-то, либо вот хочется сказать поездку, которую вы заслужили. Но что это может быть за поездка, которую вы заслужили? Это заслуженный отдых, что ли? Нет, здесь есть активность. Что это за... А, то есть здесь может быть и поездка даже за границу. Для кого это было важно? Кто работал, собирал как-то деньги, трудился... Здесь такое тоже может быть, да, вот прям вот по справедливости, да, по заслугам. Либо куда-то на дальнее расстояние. Да, здесь такая поездка может быть. Хорошо, а что касательно вашего общения в общем с близкими, с родственниками, с коллегами? Угу. Смотрите, здесь могут появиться в вашей жизни, интересное такое вот общение, могут появиться новые люди в вашей жизни, могут также, может быть, общение с людьми младше вас, может быть, общение с людьми, которые далеко находятся от вас, по переписке. Здесь могут также быть и конфликты, то есть по-разному здесь... Какое-то вот общение, да, оно может быть как-то и легко, да, вот когда с детьми общаетесь, как-то радоваться, может быть, будут какие-то предложения куда-то сходить, вот именно пешком, передвижение, может быть, в поход, может быть, куда-то, я не знаю, в театр, в музей, на выставку какую-нибудь, просто ходить, гулять. Здесь вот какое-то движение, оно так или иначе присутствует. Много смеха, много шуток, юмора, какие-то такие встречи, вот то, что вас наполняет. С другой стороны, может быть, общение, знаете, вот хочется сказать, некое такое идеализированное, что ли, может быть, с людьми, которые вас будут наполнять, будут вас воодушевлять. Вот, как, здесь как будто бы 2 недели, ну, макс 3 будет такое. Но будет какая-то 1 неделя в августе, когда она будет какая-то конфликтная. С чем это связано? Здесь может быть, знаете, если у вас есть дети, конфликт, ссоры по поводу именно их обучения, куда они пойдут дальше учиться, там, что им нужно, может быть, что-то купить надо. Вот на этой почве какие-то разногласия будут. Ну, я не вижу, что прям вот ссоры такие большие, вот, но какие-то разногласия, я бы так сказала. Знаете, вот желание проявить себя и показать, что я родитель, да, вот как-то свой авторитет, да, ты должен меня уважать, ты должен прислушиваться ко мне. Вот по поводу как-то дальнейшего обучения. Либо здесь могут быть разногласия по поводу каких-то спорных предложений. То есть с кем-то будете спорить. То есть вот такого рода конфликты. Здесь легкие, здесь я не вижу прям вот ссоры на века, нет. Здесь что-то такое. Возможно, будут какие-то осуждения, да, вот в плане того, что почему вы выбираете такую модель обучения, да, для детей.
либо для себя, да, вот какое-то, возможно, несогласие, может быть, вы хотите как-то дальше развиваться, что-то изучать, а с вами не будут согласны. Вот здесь про это. Ну, за спиной могут говорить еще тоже такие моменты, могут быть, осуждать. Это понятно. Как-то вот не согласны с чем-то касательно вас, либо касательно вашего отношения, либо ваших взглядов по поводу ваших детей. Ну, либо не так воспитывать. Вот что-то здесь такое. Хорошо, что у вас будет дома? В доме как таковом и семье. Угу. Здесь какие-то... А здесь какие-то страхи, сомнения, тревожность, неуверенность по поводу какого-то выбора. Что, с чем связан этот выбор? Это как-то вот связано, знаете, это давно уже идет. Это не новая какая-то ситуация из прошлого, непонятная. И она вас как-то пугает. И почему-то в этом месяце она у вас всплывет на поверхность. Здесь ситуация как-то будет связана, возможно, с переездом, возможно, с каким-то дальнейшим развитием. И вот вы как будто бы закрываетесь. Защищаетесь, обороняетесь. От чего? Ну, вы хотите настаивать как-то на своей какой-то позиции, да, и вы не согласны с тем, что как-то происходит. Но здесь очень сильная какая-то тревожность будет, очень сильное переживание, да, по поводу, ну, все, что связано с домом. Здесь, знаете, очень много каких-то дорог я вижу, да, к передвижению. Хорошо. А с семьей что? Ну, а с семьей все хорошо. С семьей все будет хорошо, так как и было раньше. Вот, будет легкость, возможно, у кого-то будет дни рождения, праздники, что-то праздновать будете. А так, в принципе, все хорошо. Я не вижу, чтобы были какие-то сложности. Скорее всего, с домом будет что-то связано. Может быть, кто-то хочет здесь переехать, и вот как-то долгое время об этом думает, решает. И... определяется. То есть здесь вот еще ситуация не разрешена. Хорошо, что будет на личном фронте? Здесь будет шанс, возможность как-то изменить ту ситуацию, в которой вы находитесь. Здесь выпадает тройка мечей и четверка кубков. Да, вот какие-то переживания, слезы, горевания, неудовлетворение, расстройство. Вот этому всему придет как будто бы конец, если вы возьметесь за этот шанс, за возможность выйти из этого состояния. Если вы как будто бы захотите, возможность будет. А захотите вы, да? Да, 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 вы захотите двигаться дальше к чему-то более такому стабильному, к тому, что вас будет радовать. Здесь как будто бы вас, ну вот в личной жизни, вас выстаскивает из вашего какого-то не очень хорошего состояния. Если у вас все хорошо в отношениях, в семье, я не знаю, что будет. Какой-то новый огонек появится в коммуникации, в общении. Будете продолжать работать над отношениями, кто работает. И, а здесь, мне кажется, знаете, если все хорошо, вы как будто бы захотите немножечко закрыться, да, побыть вот наедине с собой для себя. Здесь будет наоборот желание как-то, я не знаю, куда-то уехать, что ли. Вот побыть несколько дней вот в какой-то тишине от каких-то разговоров, вот всей вот этой вот активности вам почему-то... Мне захочется как-то наполниться, наполнить себя, как-то голову свою успокоить.
побыть наедине с собой. Вот у кого все хорошо, вы наоборот будете как-то закрываться. Это ненадолго, на несколько, на 2-3 дня, но в любом случае, да, такое присутствует. Для тех, кто ищет для себя пару, ну, восьмерка мечей. Хотя, смотрите, здесь ситуация может измениться, если вы примете решение, что вы хотите выйти из своего вот этого вот состояния, когда, ну, ничего не происходит, мне, в принципе, ничего и не надо, либо у меня раньше не получалось, и сейчас не получится, из своих каких-то внутренних ограничений. Если вы примете решение и захотите, то выпадает, да, выпадает король кубков. Король кубков, но здесь, знаете, здесь еще выпадает верховная жрица, не совсем понятно. Здесь присутствует какая-то тайна по этому поводу. Либо, наоборот, вы познакомитесь и будете держать в тайне этого человека, да, вот как-то для себя. Не будете пока рассказывать никому о нем. Но это знакомство будет при условии того, что вы захотите самостоятельно выйти. То есть не просто «да, я хочу, но меня, в принципе, все устраивает и так». Нет, а здесь вот вы действительно хотите-хотите, как говорится, на всех уровнях, и на эмоциональном, и на ментальном. Да, то есть не просто «я хочу» и сомневаюсь, а «я хочу» и оно случилось. Вот как-то так. Хорошо, что касательно профессиональной сферы, да, мы не смотрели, и здоровья. Так, здесь вы как будто бы идете в новое, да, в новое, в зарабатывание денег, в стабильность какую-то, да, что-то, возможно, новое изучаете, принимаете для себя решение, что хочу как-то по-другому. Хочу больше удовольствия, хочу, чтобы все было хорошо. Здесь в профессиональной сфере вы как будто бы становитесь более ответственным человеком, да, то есть вы как будто бы научаетесь уже здесь управлять своими эмоциями, как минимум, потому что они очень сильно вас выбивали из равновесия. Здесь вот появилось такое стабильное желание, да, я готов работать, я готова работать, как-то вот вкладываться, серьезность. Здесь появился какой-то серьезный подход. Уже нету такого, знаете, неуверенности. Да, вы уже готовы вкладываться, готовы развивать. Как-то вот нашли в себе какую-то уверенность. Здесь ощущается такая энергия более уверенного человека. Хорошо, что касается здоровья. Ага. Знаете, вот что-то мне не нравится здесь здоровье, потому что выпал первый аркан дьявола, да, то есть дьявол — это наше тело как таковое, это физический план. Вот здесь вот что-то мне не нравится. Что мне не нравится, какой-то вот здесь обман. Знаете, когда, например, может быть, что-то где-то болит, а вы как-то махнули на это рукой, ну ничего, пройдет, да, это типа временно. Вот здесь вот как будто бы такого делать не надо. Если надо пойти провериться, вот просто проверьте. Если где-то что-то там кольнуло, ущемлюло, не надо как-то вот пренебрегать, хочется сказать, своим здоровьем. Лучше лишний раз проверьте. Знаете, вот какую-то профилактику здесь нужно сделать. Потому что у меня такое ощущение, что вы как будто бы себя преодолеваете. Вот что-то болит, а вы себя преодолеваете. Говорите, ничего страшного, то есть я пойду на работу. Да, а вот есть в этом какой-то обман. Я не могу понять, что здесь за обман. Хочется сказать, то ли вы как-то свой стресс заедаете, то ли вот вы очень сильно переживаете, но внешне как-то не показываете, но вы как будто бы и не решаете эту задачу, а только думаете о ней. А я имею в виду по поводу вашего какого-то здоровья. Что-то здесь есть такое, что вы умалчиваете, вы не говорите. Вот я вам рекомендую просто сходить к врачу лишний раз провериться.
Что здесь нужно проверить? Знаете, вот почему-то мне хочется сказать, что здесь как-то с костями что-то связано. Кости, сухожилия, колени. Все, какая-то система. Вот все, что связано с какой-то системой. Это может быть, там, я не знаю, пищеварительная система. Вот именно система, не какой-то отдельный орган, а какая-то система. Вам нужно ее проверить. Не знаю, руки, ноги. Проверьте, вот что-то связано еще и с костями. Ноги. Шипы, что ли, у кого-то в ногах могут быть. Либо, может быть, так, знаете, ноготь врос, и кажется, а, ладно, ничего пройдет, а потом как-то начинает воспаление там или еще что-то. Чтобы до этого не доводить, то здесь, может быть, от какого-то минимального... Здесь не переломы, здесь не вывихи, а вот что-то другое, что-то, что идет вот именно изнутри. Ладно, вот как-то так. Двоечки. Есть люди, которые говорят, наверное, тарологи, да, что-то хорошее, что произойдет. Хотя, опять-таки, хорошее, плохое зависит от того, кто как оценивает. Мне кажется, у вас хорошо. Так, позиция номер 3. Зелененький камешек. Троечки, смотрим вас. А вас я не буду смотреть вообще по сферам. У меня сегодня такой расклад, да, каждая позиция по-своему. Я вас посмотрю по-другому. Вообще по-другому. Так. Общая энергия месяца. Четверка педакли, то есть как было, так и остается, да, старайтесь сохранить то, что имеете. Энергия такого, знаете, человека стабильного, человека, который что-то накапливает, где-то отстаивает свою позицию, человек, который не хочет что-то менять, как-то дальше двигаться, развиваться. Хочется сказать, вы как будто бы делаете запасы на зиму, я не знаю, может быть, кто-то консервирует, да, и вот здесь что-то такое, то есть я сохраняю для того, чтобы иметь. Как-то почему-то хочется сказать, закопал свой талант, но это выражение, да, закопать свой талант в землю, оно прошло из тех времен, когда... Талант называлась монетка, да? Не талант в плане наших умений, а именно талант называлась денежка. И в прямом смысле человек закопал эти денежки, потому что он не знал, куда их вложить, как их приумножить, да? И вот согласно притче, человек пошел и закопал свои денежки в землю. Вот здесь вот как будто бы что-то такое, что-то вот вы... Копаете, копаете, что-то прячете, что-то сохраняете. Кто-то, знаете, такое ощущение, вот собирает все документы, надо вот куда-то в сейфы положить, да, чтобы вот не нашли, чтобы лишние глаза не увидели. Что-то прячете, вот что вы здесь будете прятать, я не знаю. Что вы здесь прячете, что вы здесь скрываете? Аркан мира. Аркан мира. Знаете, может быть, завершился какой-то контракт, вот какое-то завершение, и вы здесь его скрываете.
какие-то возможности, может быть, в прямом смысле как-то свой талант закапываете, не знаю. Здесь такая энергия стабильная достаточно будет. Что у вас будет в плане мыслей, да? То есть какие мысли у вас будут в этом месяце? Что-то такое новое, желание куда-то пойти, желание что-то новое сотворить, что-то новое сделать. Возможно, какие-то поездки, да, желание куда-то поехать, причем, может быть, даже и далеко, на дальние расстояния. Да, вы получите как будто бы какие-то предложения, может быть, в компании вот съездить. Но будете думать, надо оно вам или нет. Здесь также будет вот именно на ментальном уровне какое-то расширение, то есть желание что-то сделать по-другому, возможно, по-новому, возможно, что-то здесь приумножить. Как-то дальнейшее движение, да, страшно будет, как-то волноваться будете, тревожиться, но при этом, знаете, вы хотите пойти дальше, но при этом сохранить вот это вот, то, что я говорила, да, по четверке еще педакли, сохранить вот это вот состояние спокойствия, которое вы, в котором сейчас пребываете. Какое-то такое, знаете, гармоничное взаимодействие. Как будто бы вы поняли для себя, как вам нужно общаться, как вы хотели бы общаться. И вот здесь вот желание двигаться дальше, да, то есть есть мысли на этот счет, но при этом, чтобы это вот не утратить вот это вот внутренней гармонии какой-то, да, вот об этом будут мысли. Мысли будут также о профессиональной сфере, да, как приумножить свои деньги. Что можно сделать. Да, будет желание как-то принять решение, оставить прошлое вот это вот позади, научиться выходить из каких-то сложных ситуаций, преодолевать череду неудач. То есть если долгое время что-то не получалось, неважно в какой сфере, вот у вас появится какая-то идея, какая-то мысль, как вы можете это преодолевать в будущем. То есть не останавливаться так, чтобы упираться в потолок, да, свой, а как-то научиться выходить из этого состояния во благо вам. То есть не застревать здесь, вот прям вот появится это продвижение дальнейшее. Как будто бы найдете для себя, как это сделать. Что касается вашей личной жизни, либо вашего эмоционального плана, здесь будет какое-то движение, но оно мне не нравится, оно какое-то резкое, возможно, будет конфликтное. Что у вас здесь будет происходить? Может быть, будут ссоры? Нет, вы будете как-то защищаться, обороняться и оставаться при своем мнении, да, вот вы как-то не захотите слушать как будто бы мнение другого человека. Вообще, вот вам не интересен другой мир. Вот у вас есть свой мир, у вас есть свои понятия. И в соответствии с ними вы будете действовать. И вот как-то жестко, может быть, и бескомпромиссно в каких-то моментах. И это будет не совсем позитивно. Но вот вам, как будто бы по ощущению, будет все равно, что будет о вас думать и говорить. То есть ваши эмоции, они будут... Вот мне хорошо и ладно, да, вот как-то так. Не могу сказать, что вот прям совсем эгоистичная такая позиция. Но она будет бескомпромиссная. И здесь вот будет происходить что-то такое неожиданное, да, что будет разрушать как раз-таки вот эту вот вашу позицию. Такого, знаете, я мудрый человек, только я знаю, как лучше, мне другое мнение не интересно. И вот это вот здесь будет происходить разрушение.
Для чего какие-то вот убеждения ваши, да, они будут меняться. И в конечном итоге, где-то вот на третью неделю августа, вас приведет это к тому, что вы нащупаете какую-то свою стабильность для себя, и она вот вас очень сильно порадует. То есть, возможно, произойдет какое-то очищение, от чего-то вы в конечном итоге поймете, вот то, что вот у вас мысли, да, были по шуту, обновления, я говорила, вы найдете какую-то вот свою фишку. То же самое и в эмоциях, да, то есть первые где-то 2-3 недели вы будете как-то отстаивать свою позицию, да, будете бескомпромиссны, а потом что-то случится, что-то такое неожиданное, внезапное, как будто бы вот вас осенит, что вот она в чем ошибка, да, вот в чем был этот опыт. И благодаря этому инсайту, если так можно сказать, что-то изменится в вашей жизни, и вы наполнитесь эмоциями. Вот прям, знаете, как-то очень-очень счастливы будете. То, что будет изменение, спрашиваю, что же такое произойдет, да? Верховная Жрица и Королева Пентаклей, произойдут какие-то изменения. То, что вам ранее было неизвестно, вот я же говорю, инсайт какой-то пройдет, свет прольется на эту ситуацию. Почему? Потому что время пришло, да, завершение, и вот здесь очищение это произойдет. Не знаю, может быть, с кем-то, возможно, была долгое время ссора, и как вот как-то не могли помириться, да. Вот и получится так, что неожиданно как-то встретили, проговорили друг другу все, что хотели, и вот какое-то облегчение произойдет, и в дальнейшем вот отпустите. Это один из вариантов. Но суть энергии здесь говорит о том, что вы как-то вот верили. Может быть, знаете, еще такое, вот вы во что-то верили и были убеждены, что вы правы, а потом, просто потому, что что-то не знали. А потом вам придет человек и скажет, что, а ты знаешь, на самом деле вот, вот так была ситуация, а ты об этом не знал. Ну, то есть кто-то что-то скрыл от тебя, либо умолчал, либо не хотели, чтобы ты знал. И у вас как будто бы картинка перевернется, и вы поймете, что, блин, а я же был неправ, оказывается, вот так. И вот это вот даст как-то высвободит, высвобождение всей ситуации. Как-то вам легче, проще станет, и вы поймете, и наполнит вас, какое-то вот облегчение будет, да, как камень с души спадет, и вот радостно вам будет. Возможно, вот здесь и примирение будет, да, вот что-то такое. Если это не касается той ситуации, о которой я рассказала, я же говорю разные варианты, то что-то опять-таки вы все-таки узнаете, то, что должны были узнать, и тем самым ситуация завершится. И будет какое-то обновление. То есть старый какой-то сценарий, которому вы были верны в плане эмоций, в плане личной жизни, вы измените его, то есть он разрушится. Здесь что-то должно уйти, то, что уже отжило, то, что вам мешало, а вы это не видели. Вот какое-то, возможно, убеждение, вы в него очень сильно верили и отстаивали какую-то свою позицию, прям вот, знаете. Хочется сказать, например, что вот эта вот система пирамиды, да, что нет, это вот все хорошо, а потом, возможно, как-то что-то увидите, какую-то другую сторону медали и поймете, что, ну нет, я, оказывается, ошибался. Вы сможете принять свою ошибку и тем самым разрешите, поставите точку. Вот здесь вы увидите то, что не видели, узнаете то, что не знаете, и завершите ситуацию. Так, что касается финансов, профессиональной сферы, то здесь у вас все хорошо, десятка педаклей, можете радоваться, да. Я знаю, троечкам важна финансовая сторона, здесь вот прям, здесь хорошо, здесь есть стабильность, здесь есть понимание, здесь есть финансовая грамотность, да, вот все прям радует, результаты радуют. Что еще здесь? Да, здесь вы прекрасно работаете, и дьявол выпал. У троек, если не выпадет дьявол, либо смерть, да, невозможно. Но есть какое-то вот искушение здесь, с чем оно связано?
Я поняла, здесь как будто бы у вас, знаете, будет желание получить намного больше денег, либо что-то сделать в профессиональной сфере. Здесь как будто бы уходит вот эта вот незрелость, детскость, какая-то легкость, когда я хотела все быстро, легко, без прикладывания каких-то усилий. А здесь у вас как-то неожиданно появится какой-то вот, я не знаю, вот этот вот шут, он влияет как будто бы на всю энергию. Здесь у вас появится желание, да, сделать как-то по-взрослому. То есть вы как будто бы станете получать больше удовольствия от того, что не то чтобы сложно, либо легко в какой-то ситуации, а вот что-то вы делаете по-другому, что-то вы делаете по-взрослому, как-то зрело, продуманно, что ли. Здесь как будто бы идет завершение вот этой вот непринужденности, детскости, и открываются новые возможности, знаете, как-то себя проявить, себя показать. Вы, наконец-таки, через какую-то хитрость, через какой-то самообман все-таки принимаете вот свой внутренний зов, да, идти своим путем. Вот идти, наконец-таки, той дорогой, которой вы много-много месяцев, даже, возможно, и лет отказывались вот от того, что, ну, как люди любят говорить, да, предназначение. Вот вы как будто бы в свои задачи. Вот какая у вас задача стояла по звезде, а вы от нее отказывались. И вот здесь как будто бы вы, наконец-таки, принимаете... Что да, я хочу уже по-взрослому, я хочу уже что-то сделать, как будто бы для своей души, да. Я уже созрел. Вот ощущение того, что вы созрели. Вот после того, как у вас появятся какие-то мысли, вы найдете решение. В дальнейшем ваш эмоциональный фон, он изменится, потому что изменятся какие-то сценарии, и вы наполнитесь. И после того, как вы наполнитесь вот это вот эмоционально, у вас придет желание вот в этом эмоциональном состоянии получать больше денег, улучшить свое какое-то жилищное, ну, может быть, да, пространство. Как-то вот больше себе качество жизни изменить в лучшую сторону, качество работы изменить, да, может быть, даже работу сменить. Ну вот, чтобы это вот было все вот как-то по душе, да, с умом. Еще раз скажу слово по-взрослому, потому что здесь другое слово мне не приходит. Но вот что-то здесь такое. Что касается ваших каких-то амбиций, проявления себя, возможно, в профессиональной сфере, либо вообще в социуме, то здесь очень много обязательств. Здесь у вас груз какой-то неподъемный. Причем он идет давно уже. Да, возможно, ну, ваше социальное что-то связано с детьми, либо с каким-то обучением, что-то, чему-то здесь нужно сделать. И вот какие-то сложности, трудности здесь будет на этот счет. И вот вы хотите как будто бы... Может быть, здесь кто-то из вас хочет иметь детей, и как будто бы финансы не позволяют, да, и вот... трудно, либо вы считаете, что в дальнейшем как будто бы я не потяну. То есть здесь что-то, что связано с вашими амбициями, желаниями. Здесь будет шанс. Да, здесь будет шанс пойти на как-то на приумножение, на расширение. Ну, то ли вы не будете понимать, вот знаете, например, ну окей, да, мы хотим иметь детей, да, вот, а смогу ли я, хочется сказать, содержать, да, получится ли у меня финансово, либо какой-то статус. То есть вот здесь вы как будто бы хотите получить какой-то очень важный статус для себя, но есть непонимание, чего именно вы не понимаете, и от этого вам трудно, что именно вы не понимаете. Вы не представляете, как это может быть. И как будто бы вы даже не представляете, как это может изменить вашу жизнь. То есть будут ли какие-то шансы.
Вот эта вот сфера как раз-таки, она и осталась пока еще не проработанной, в том плане, что вот вы долгие месяцы, над чем вы работаете. То есть вот именно проявление себя в социуме, удовольствие от жизни, непосредственно ваши желания, какое-то вот движение. Здесь пока еще вы не совсем понимаете, как вы сможете это все реализовать, получится ли это или нет. То есть здесь нету сомнений, а здесь нету видения. То есть как вы можете, допустим, у вас есть желание какого-то статуса, и вы не понимаете, как вы можете соответствовать этому. То есть вот путь свой вы еще не увидите. То есть как будто вот этот вот ваш шут не даст вам инсайты вот в этой сфере. Эта сфера, она как будто бы вам еще не совсем понятна, как проявляться, как реализовывать себя, как реализовывать свои желания, как жить так, как я хочу. То есть здесь как будто бы будут другие задачи. А что касается позитивного какого-то влияния на вас, да, то здесь я могу сказать, что позитивное на вас повлияет именно колесничий, когда вы захотите совершить вот прорыв, да, то есть дозрели, что ли, как-то так можно сказать, когда появилась какая-то цель, когда появилась, знаете, когда что-то тебя сталкивает в тиски какие-то, да, сдавливает со всех сторон, и в какой-то момент оно должно взорваться. То есть вот это вот давление, оно так или иначе вызывает изнутри, то есть, знаете, вот как мячик, что-то сжимаешь такое, и потом его отпускаешь, он опять разжимается, и тем самым происходит движение вперед. Вот здесь долгие месяцы как будто бы вот на вас что-то давило, да, вас что-то сжало, сжимала, ограничивала, и вот оно как будто бы поспособствовало вашему прорыву. Здесь будет какой-то прорыв, здесь будет движение вперед, здесь появится какая-то цель, и вы будете сконцентрированы на этой цели. Здесь еще что? Движение, да? Движение, желание что-то узнать, желание что-то сделать для себя, для своей души. Как-то преодолеть то, что вы долгое время, вот я говорю, долгое время ожидали, стать победителем, получить что-то новое. Вот здесь будут возможности эти. Это будет позитивно на вас влиять, а негативно на вас будет влиять двойка пентаклей. Вот какой-то, возможно, дисбаланс, неуверенность, возможно, неопределенность, непонимание, как я могу сочетать два момента между собой, да, как пребывать вот в каком-то равновесии, что ли, суета ненужная, поспешные какие-то действия, поспешное принятие решений, это тоже будет разочарование, это все будет влиять на ваш какой-то выбор. Здесь я сразу могу дать как совет, рекомендацию, сказать, что вот вам нужно больше как раз-таки, поэтому вы и будете пребывать в четверке пентаклей. Вам нужно больше находиться в какой-то своей стабильности, внутреннем таком состоянии, фоновом удовлетворении, и вот в таком состоянии принимать решения. То есть вам ни в коем случае не надо разочаровываться, не надо переживать, не надо как-то волноваться. И очень важно не торопиться, то есть не принимать поспешных каких-то решений. Лучше взвесить. Вообще решения на эмоциях – это не самый правильный, верный выбор. Решения должны приниматься тогда, когда вы находитесь в спокойном состоянии. Как раз в четверке пентаклей, когда вы можете все обдумать, все рассчитать. Да, безусловно, прислушивайтесь к своей интуиции, но не торопитесь, не торопитесь делать выводы какие-то поспешные. Вот, не торопитесь как-то огорчаться, если не получается все так, как вы хотите. Важно, знаете, вот какая-то концентрация и фокус на том, что вы хотите.
как этот, в картинке нарисован, да, если я не могу двигаться, то я хотя бы лягу в том направлении. Вот здесь вот как-то так. Не надо включать ничего другого, кроме достижения какого-то своего желания. Вот то, что у вас было в эмоциональном плане по рыцарю мечей, да, когда вот вы бескомпромиссны были в каких-то своих убеждениях именно и в эмоциях, вот это хорошее качество, перенесите его как раз-таки на влияние, чтобы оно влияло на вас позитивно по достижению какой-то цели. Вот поставьте себе цель. Вот эта вот целеустремленность, она должна быть касательно цели, а не касательно эмоций. Вообще все, что здесь вот я вижу, да, здесь присутствует очень много земли и воздуха. Движение, совсем нету кубковости, совсем нету эмоций. Эмоции нужны именно в эмоциональном плане в личной жизни, а не как-то вот в профессиональные, либо проявление себя как-то в социуме. Здесь этого делать не надо. Вам правильно выстроите приоритеты, где и как я буду себя вести. То есть в профессии я должен больше думать, да, больше общаться, коммуницировать и меньше включаться эмоционально. То есть не принимать на личный счет ничего. А в личной жизни, наоборот, в личной жизни, в семье, в воспитании, там нужны эмоции, там нужны вот эти вот переживания, потому что это межличностные отношения ваши. То есть туда вам нужно направить. Ну вот как-то так. Как-то так у меня вышла третья позиция. Я благодарю вас за внимание. Пожелаю вам всем хорошего месяца, хороших новостей, отличного настроения и наслаждения от жизни. А также хороших выходных. Отдыхайте. А мы встретимся с вами на новой неделе, уже в понедельник, с новым раскладом. Всех вас обнимаю. Пока-пока.